какая-то высшая математика должна быть, чтобы посчитать. Если 10 килограмм докидываешь, это не 10 килограммов, это больше. 10 килограмм накидываешь, это сразу в 4 раза больше. 4 раза. И получается, что вот здесь вот 1, 2, 3, 4, 40 килограмм умножаю на 4, 160, 160 и рава 260. И можно не поверить, но когда начинаешь тянуть, охреневаешь. Это вот так вот можно на высоту, да? Да, там высоту. А нет, так, так. Попробуйте. Ну попробуйте. Да. Кажется, это 260 килограмм. Вот это. Угу. Сейчас я еще одну штучку можно сделаю. Можно я уберу, попробую? Да, можно убрать. И 100 килограмм они пойдут нормально. Сейчас мы уберем. О, да, другое дело. Сейчас. Силы рычагов. Да. Сейчас я там одну штучку еще. Давайте, а я пока общий план сниму. И получается, что. У вас валенки же были там еще. Все, все сейчас отделаю. Умеется, да. Все отделаю. Дмитрий Клоков вам привет передавал. Вот этот модный тренажер не имеет названия, но имеет название система, по которой вы занимаетесь. Да? Это называется гравитационная гимнастика. Несколько не так. Дело в том, что ученик Самодумова Сергей Прокопьевич Кривых сделал вот этот тренажер, и занятие на нем он назвал изодинамическая гимнастика. Вы уж извините. Вот, вот. И он, ну, просит, чтобы вот, а если занимаетесь на его тренажере, то говорили так, что это изодинамическая гимнастика, хотя в гравитационной гимнастике, как в изодинамической гимнастике, существует 5 упражнений, но гравитационно это делается, вот представьте себе, это просто штанга, не за счет рычага, рычаг тут 100 килограмм, и все, что вы набрасываете вот на эти, значит, на гриф, сразу увеличивается в 4 раза, то есть 10 килограмм повесили, за счет рычага получается 40 килограмм. А тут в гравитационной гимнастике тупо 140 килограмм и так далее вы поднимаете. Некоторые говорят, что вот якобы лучше вот так поднимать, живой вес. Тут же получается, плюс еще идет трение, и вы поднимаете не просто 140 килограмм, а гораздо больший вес. Килограмм на 20, на 30, а то еще больше. Не, но здесь выгоднее тем, что меньше дисков нужно использовать. Меньше дисков надо раз, и здесь я занимаюсь один. У меня нету двух ассистентов, которые навешивают вот эти по 70 килограмм диски, по 50, 40, 30 и так далее. Опять упражнения, которые здесь делают, какие это упражнения? Пять упражнений, вы все это, значит, увидите, это дожим, тут важно, дожим, чтобы вы дали вот эту вот нагрузку на костную систему, дожим ногами, далее дожим руками, далее штанга на поясе, вы просто-напросто, как бы сказать, проявляете всю силу, знаете, вот, вот какую можно силу проявить, вот, вот в таком положении, так, набычиться, вот, и чем больше, плюс концовка тяги, вот я сейчас попробую 400 килограмм, вы увидите, хотя бы подержать 400 килограмм, вы представляете, что это значит, и насколько укреплена поясница, которая у меня была развалена к херам собачьим, и плюс я попробую 400 килограмм подержать на плечах. Учитывая, что здесь происходит работа в микроамплитудах, из-за этого можно поднимать большие веса, которые оказывают укрепляющее воздействие на организм. Необыкновенное стимулирующее воздействие, но опять-таки эти большие веса, если вы 200 поднимали, а представьте себе, до 400-то надо дойти. Да. Итак. Тут без бутербродов с икрой не обойтись. Кстати, я перестал на питание обращать особое внимание. А я вообще никогда не обращал. Потому что энергетика делает свои, так сказать, вещи. Итак, ложится вот это вот. Ерунда. Валики. Далее мы сейчас попробуем. Все нормально ходит. Нигде ничего. Что-то трется все-таки. Ну немножко трется, это ерунда. Как говорится, любая машина трет.
А если машина поднимает, то тем более. Машину поднимаем, да. Теперь вот так вот растянем, как учили. Валенки одеваем. Стопа должна быть в теплоте. Вот мои валенки. Так, далее мы надеваем вес. Опа! Вот одев вот эти только два блина. Вот этот блин и вот этот блин. Вес становится равен 360 килограммов. Вот, уже здесь 360 килограммов. Но я начну чуточку побольше. Я начну с веса 520 килограммов. Вот так вот. Не знаю, 67 лет, дедушки сидят, смотрят телевизор Владимира Соловьева, Елену Малышеву, играют в домино, шахматы. А вы чем занимаетесь? А я занимаюсь вот этими вещами. Мне нравится переделывать свое тело. И не просто переделывать самого себя целиком, добиваясь раскрытия все новых и новых каких-то возможностей, потенциалов. А вы же понимаете, что я про Елену Малышеву не просто так сказал. Как вы к ней относитесь? Вы знакомы с ней? Ну, знаком. Как-то вот неодобрительно вы это сказали. Веловато, да? Да. Как будто уже и отвечать даже не надо, как вы к ней относитесь. Не очень. У нее свое, у меня свое. У меня народное, у нее там, как они говорят, официальное. Коммерческое. Или коммерческое. Вот. И в результате не просто занятия, работая над собой, вот раскрываются такие интересные вещи. Вы можете сочинять стихи, или вернее, они спускаются к вам. Вот один из них я расскажу и начнем. Я мир и мироздание, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие свое, ее, вселенной всей. Источник любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты, две меры этой красоты. О! Браво, видите как? Браво. Я думаю, что в политике вы нашли себя. Не пробовали? Да, можно и попробовать и в политике. Итак, важно сосредоточиться. Здесь веса поднимается не столько. Это только на начальном этапе. Они поднимаются силой. Они должны подниматься каким-то таким волевым усилием особым. 500 20 килограммов. Первый подход. Видите, никаких разминок, ничего я не делал. Вот это вот и все, что я могу сделать. Вот. Я слышу уже барабанную дробь. Да. И с радостью начинаем выполнять упражнения. Вот это и есть упражнение выполнено. Два повторения, да. Мне кажется, важно не включать сустав полностью, да? Не выпрямлять его. Чтобы он не вышел. Да, то есть вы немножко не доводите до конца. Да. Главное, вот этот отрыв был. Энергия прошла по ногам. Не так просто войти в это состояние. Первый подход так вот. Сейчас второй, потом... Напомните вес, чтобы я подписал, сколько... 520 килограмм. Вот так вот, без разминки, первым подходом. 520. Чтобы смотрите. Если мы сейчас туда дальше попробуем 700 килограмм, поэтому это как раз и будет и разминка. Сразу же прошла энергетика, немножко обдала жаром, заработал желудок. Желудок у кого как, у отстающий орган, который не получает должного количества энергии, он плохо работает.
Как только он получает, значит, что-то, что-то забурлило, что-то там заиграло, и пошло. Второй подход. Второй подход, да. Это дома, да? Надо написать. А вы просто не сможете повторить, у вас таких условий нет. Трюк выполнен профессионалом. Вы просто-напросто это не сможете повторить ввиду отсутствия такого веса. Как было в том фильме, такой есть только у меня и у Майкла Джексона, но боюсь, что у Майкла Джексона такого нет. Тренажера. Возможно. Вешаем 620. Вот там, рассказывая про гравитационную гимнастику, были целые там конгрессы, на которых присутствовало огромное количество разного рода светил, там, официальных, неофициальных. И среди них как раз был ученый, который изобрел такой приборчик, который определяет ауру. Так вот, подключает, допустим, аура вот такое, ну, такой сулой ее, возле тела человека. После того, как человек поднимает вот такие вот веса, у него слой становится вот таким. То есть идет не трата энергетики, а наоборот ее как бы восстановление, накопление. И тут начинает действовать феномен, как у Джуны Давидашвили. Джуна Давидашвили, она лечила энергией. У нее была мощная энергетика, она человеку давала ее. Человек сразу же оживал. Можете почитать про нее. Но так как он не умел ее дальше держать, или там люди были пожилые, там, рубали Брежнев, там, то все это через недельку уходило, и опять он становился там человек немощным. А тут... А на первой тренировке, когда вот вы вообще подошли к этому тренажеру, сколько вы сделали? Я как раз на своем канале выложил годовую тренировку, с чего я начал, как это все продолжалось. Вы все занятия. Да, и все занятия я выложил, и свое даже рассуждение. И начал я всего лишь, допустим, вот это упражнение, килограмм с 200 я начал. С каких-то жалких 200 килограмм. Ну да, с 200, и потихонечку вот дошел до более таких весомых вещей. Вот чуть-чуть, да? Отрываю. Дело в том, что я более силовое делаю. Надо более делать так, чтобы лицо не краснело. У меня еще это не получается. Это тоже важно понимать. Ну, вы же с лицом не можете договориться. Оно хочет и краснеет. Нет, они делают, что не краснеет. А что вы чувствуете после таких тренировок обычно? Я чувствую. Часа через три меняется голос. Он начинает такой... То есть больше энергии у тебя. А что вы чувствуете, если вы не позанимаетесь какое-то время, когда перерывы случаются? А дело в том, что вот достигнув в этих занятиях, как бы сказать, своих вот этих результатов, они никуда особо не деваются. Вот это очень важно. Но тем не менее нужно заниматься для того, чтобы... Это Самодумов, я смотрел, он говорит, что типа раз в три недели... Раз в две недели, раз там в три недели. Да, где-то так. Сколько всего подходов нужно выполнить? Где-то 5 подходов рекомендуется. А сколько упражнений за тренировку? 5 упражнений по 5 подходов. Ого. Все занятия длится где-то 1,5 часа должно быть. Вот это то, что надо. И причем вот происходит интересно. Допустим, вот я не могу на этих, вот на этом вот первом упражнении, как бы сказать, раскрыться, накопить полный потенциал энергии, который бы я так, знаете, от разу больше был.
Вот я стараюсь несколько этих подходов на одном и том же весе. Хотя там рекомендуется, допустим, 500, потом 550, потом 600, потом 650, потом, допустим, там 700, но я вот так вот. А у меня начинает сказываться на третьем упражнении, на четвертом и пятом примерно, кумулятивный эффект этот энергетический. Ну что, я заметил, у вас нету какой-то длительной разминки суставной сразу? Не-не-не, суставы укрепляются, вот они укрепляются. Самый большой вес 750 килограммов, который я поднимал. А здесь сейчас? А сейчас 620. До этого там переболел, разные ерунды было дело. Как по-английски говорят, все, что больше 5, это уже кардио. Кардио. Дело в том, что тут получается первый раз ты как-то как пробиваешь, а второй раз она идет легче даже. Есть такое. Ну вот вешаем 700 кг. Попробуем этот вес. Должного настроя нету. Ну что. Тренировка не совсем обычная тут. Осилить на разок, и это будет то, что надо. Хотя я 700 на 5 раз делал. У меня есть видосик, все это как я. Вот, я уже, так сказать, прогрелся. Хорошо. Вот, испарено. Это говорит о том, что энергетика больше стала. Вот те брусья я сам сварил. И вот тот тренажер интересный я сделал сам. То есть это в то время, когда... Да, когда не было этих всех... тренажера. Ну он суровый, он давит. Я работал с ним. Оп. То есть в свое время я так лечил спину, когда тяжелой атлетикой занимался, были травмы. А потом начал делать уже после. Спина все равно начала болеть. Ну это называется уже там где-то закачивать, да? А в каком весе? 110. Вес тогда был 110. 160 рывок. А толчок? 197,5 на соревнованиях толчок. 202 на грудь. Так, ну что-с. Подходик и к следующему упражнению. Поднял. Ну, в следующий раз надо убиваться. Чтобы закончить на позитиве, поднимем еще разок. 620, на этом закончим. Диски какой-то необычной формы, я такой никогда не видел. Это я специально такие заказал. Они где-то 30, по-моему, 6 килограмм весит. И вот самое интересное, что, допустим, вот 700 килограмм я не поднял, да? А там, если посмотрите, там 700, да, 5 раз. Ну, сейчас даванем и приступим к жиму лежа. То есть надо лечь, расслабиться и ножками. И ничего, да? Было. Как говорится, ну и хватит. Вот такая она. Так, второе упражнение. Я уже взмок. Ну, конечно, это уже какой расход энергии идет. Килоджоули горят. Вообще, насколько я знаю, проблема пожилых людей в том, что они теряют мышечную массу с
стремительно, с каждым годом. И вот эти упражнения, они позволяют, если не сохранить ее, то хотя бы замедлить потерю этой массы, да? Ну, вообще, если так сказать, атлетическая гимнастика, она позволяет сохранять мышечную массу. Дело в том, что если мышца не работает, она атрофируется. Но вот как вы считаете, что она не нужна, что мышцы не нужны? Ну да, как в космосе. Не нужны, все, там распад идет быстро. А когда какая-то умеренная, нормальная нагрузка, тогда мышцы сохраняются. Бивень хоть банки, небольшой, но есть. Банки. Да. Вот, чтоб как-то себе нравился. Ну, на пляж выйти не стыдно. С такими мышцами. То есть человек должен сам себе нравиться. Если он себе не нравится, это уже создает комплекс какой-то. Комплекс неполноценности, ущербности. И пошло-поехало. Да. Он уже стесняется где-то, что-то как-то. Будут классические же, да? Ну, опять-таки не классические. Вот это должен. Надо даже. То есть руки надо пробить. У меня как-то руки отстают. Самое большее лежа я жал 160-170. Это когда штанги были, да? Да. Это было в те далекие времена. Вот мне, я слышал историю, что не разрешали жать штангу лежа. Ругали за это. Да. А, это уже сами. А, ну да, кстати, вот тут 150 килограмм. Самым лучшим лекарством является то, что вы пропускаете через себя мощнейший поток энергии. И именно он начинает все восстанавливать на клеточном уровне, на всех-всех-всех тех структурах, которые вот образуются у нас здесь. Все строится по голограмме, энергетическому, как бы сказать, сгустку такому. И как только он разбивается, у нас сразу... И тело не такое устроено, и вот так мы уже ходим, они вот так, видите, меня вот так аж подбрасывают. То есть это очень интересная вещь. И исследовав вот эту вот гимнастику, один там ученый говорит, лучше среди оздоровительных методов я ничего не находил. Были сделаны исследования, которые все это дело показали в западном мире. Потом, правда, все поудаляли, чтобы таблеточки шли. 160 кил. На этом закончим. Попробуем, да? Давайте посмотрим, что выйдет из этого. Итак, 180 килограммов. Как говорится, разудись плечо, размахнись рука. На вдохе представляем, что у нас вливается энергия животворящая. И мы эту энергию сейчас будем просто-напросто направлять. Итак... Чуется мощь, да? Вот занимаясь этой, ты с каждым упражнением набираешься энергетики. Это самое важное. Ты чувствуешь мощь. Я себя сейчас ловил на мысли, что когда вы говорите какие-то мотивационные такие вещи, что должны раздаться аплодисменты. Можно на камеру. Да, 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 сейчас. Я участвовал в программе «Таблетка». На каком канале? На Первом канале. И там, значит, ее вел Стас Садальский, а я, так сказать, эксперт от народной медицины. Ну и вот, видишь, какая-то передача была, я говорю, ну давайте вот так вот гирьку, я вам пожонглирую там. Где-то 16, 24. Они не нашли, 32 нашли. Нашли 32, я говорю, ну ладно.
Тоже то так же, без разминки и так далее, сосредоточился, хопа, жонглирование сделал. Стас Садальский думал, что это бутафорская гиря. Подходит такой, а она настоящая. Но все равно, то, что вы жонглировали без разминки, это опасно, но, непрофессионально. Скажем так, что лучше не делать. Да. Мне уже терять нечего. 68 лет, так что я, кажется, жизнь уже прожита. Чтобы уменьшить давление. Поначалу, вот на меня, да? Поначалу вот этот пояс, такое впечатление, будто вас какой-то удал душит. Вот это тазовые кости, вот так вот все сворачивалось. Так за счет того, что вот это вот все сворачивается, вот все эти грыжи, которые здесь у нас имеются, и туда ушли, они в сторону живота уходят, они все выпячиваются назад. Спина становится юной, дубовой. То есть это одно из тех упражнений, которое позволяет развивать самое максимальное усилие человека. Как раз вот если кто-то видел Луи Сир фильм, и он как раз делал упражнение, он правда сделали такую лавку огромную, на нее стали люди, он под нее подлез, и вот примерно как я сейчас буду поднимать, он там поднял там достаточное количество человек. И кстати, мне нравится, знаете, вот это вот природное, то что ты приобрел и то что не ушло. Потому что были у меня и бабайки, тоже, знаете, а приличные. Бивнерезы были, и грудники, плечи, и все. Анаболики ушли, нагрузки особо не стало, все спало. И думаешь, нахрена ты занимался? А тут... Ну, да, зато хоть не обвисло, как говорят. Ну, не обвисло. Так и кучу травм еще получил. Спинные, там, плеч. То есть тяжелоатлетика, вид спорта неплохой, хороший. Это я даже говорю не столько о тяжелой атлетике, сколько я говорю о качке. Угу. Итак, 620 килогерц. Вот я сейчас чувствую, что я наконец-таки, как бы сказать, вошел в тот энергетический потенциал, который и нужен, в отличие от ног. То есть вот 620... Я там ногами еле-еле, да? А вот сейчас что у нас будет? Опа! Как вам? Впечатляет. 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 Сейчас мы поставим 720. С ума сойти. Это не просто Малахов, это Малахов плюс. То есть вы наконец-таки начинаете понимать, плюс чего это? Плюс все, что существует. Так. 720. Я бы так сказал. Этот тренажер позволяет развивать ваши творческие способности. Дает. Дело в том, что творческие способности проявляются только тогда, когда у вас много энергии. Нету энергии, и все. И будет как это. Вот я стихотворение такое сам сочинил. Чаек душистый попивая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь. А остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце. Готовость ее принять и от восторга засиять. Итак, 720 на 100 килограмм больше. Фу. Как один говорит во мне, пробудился лев. Интересные люди, сталкиваются с ними. Говорит, вот как-то пошел туда, а потом чувствую, лев у меня. Я сразу вспоминаю позу льва. Да, да, позу льва. 720. Хорошо. Абсолютно рекорд. Чувствовали в спине что-то щелкнуло там? Становится.
Это камера, наверное, у меня щелкнула. Нет, это как раз у меня там, грубо говоря, в тазу щелкнуло. Становится на место. Короче, Хафтер Бьёрнсон, когда увидит это видео, Эдди Холл, когда увидит это видео, они навсегда удалят все свои соцсети и пропадут навсегда, потому что абсолютный мировой рекорд состоялся сегодня здесь. Дело в том, что это по меркам вот этой всей этой гимнастики средние веса. Да, пустячок. Там все начинается, когда веса идут за туру. Так тут 780 килограмм. Вот это вот будет 800 килограмм. И вот это еще подбавим. Еще на 100 увеличим. Это будет 820. И если я подниму 820 на 3 раза, можно сделать попытку на 900. Это будет супер игра. А 900 я уже поднимал с помощью энергетической дуги. Энергетическая дуга, это когда просто-напросто становится человек, и вот он пальчик, вот так, грубо говоря, и как бы себе вот так вот помогает пальчиком, вот вверх. Этого достаточно, чтобы кил на 30-40 ты поднял больше. Есть. Горячиться не будем, на этом остановимся. Я поддержу. Сейчас начнется испытание лямок. Это начнем с 360 кГц. Самое большее я так потянул. 570 с дугой. Правда. Ну, я думаю, с новыми лямками я... Вы обречены на успех. 400 осилю. С лишним. Так, вот я сначала свои пробую. Вы еще не пробовали, да, до этого? На тягах не пробовал. И я сейчас засуну руки туда. Оп. Можно пронырнуть туда. Угу. И очень правильно. Если в обратную сторону, будет резать. И вот они нормально легли. Видите как? Угу. Они нормально, не это самое. Изнутри. Дело за малым. Да, дело за малым. И это малое не заставит себя долго ждать. И так, и поехали. Я чувствую, а вы не чувствуете этот вес. Как говорил Паша Наконечный, легко. Следующий вес 400 килограмм. Это не только полезно, но и увлекательно. Ну вот и нормально, руки ничего, а то я как заплел, они у меня тут в обрез. Ну вы как-то необычно все равно затягиваете, как-то еще и прокручиваете. Ну да, а я думаю... А те лямки, где я их положу? 400 килограммов. Аплодисменты. Очень ровненько надо все это делать. Так вот, раз. Вот, видите? О. И теперь мы делаем вот. Прокрут. И они становятся, видите как? Лямки сам сшил. Силовое оригами. Да. Итак. Нормалек. Огонь. Следующий вес ставим 450. Геннадий Петрович разошелся. Так и сыпить. Треугольник будет выпить. Будет хоть параллелепипедь. Будет куб. Ядрёна вошь. Благодаря рычагу вес не надо 500 килограммов тут цеплять. А вот так вот получается. А рычаг-то, видите, какой? Отсюда. Да, да, да. И во! О-хо-хо. Это очень хитро. Все готово, лямки, видите, как выгодили. Отлично. Сдвинул? Угу. Было-было. Ну, на этом и закончим. Сейчас я только новые лямки найду. Я пробовал... Они, может быть, я последний раз видел на диване там, на кухне. Ага, я пробую новые лямки. Забрали. А можем вот эти диски оставить? Может, я попробую потянуть вот эти вот только красные. Оставлять. Сейчас я лямки тебе принесу.
ремень оденьте. И кажется, это там такое. Но на самом деле, сейчас посмотрите. Да не получилось. Не, там вот думается, что это. Это колоссальные веса. Ты даже ключица почувствовала. Ремень оденьте. Вот здесь он не нужен особо. Ну, смотри. Живот не успевает даже напрячься здесь. Да, но в следующем упражнении он успевает. Ну давайте. Я думаю, что может быть надо пониже его засунуть, потому что у вас разный рост. Попробуйте пониже, да? Потому что как бы... Ага. Сейчас, давайте я это сделаю и потом пониже. Вес готов, атлет тоже. Запятерил. Я иногда так люблю показать кое-какие показатели. Я все держу. Давайте-ка попробуем, чтобы, как вы сказали, закончить на позитиве. Вот. Нос. Сейчас позвоночник высыпется в трусы. О, вот видите, какая нагрузка. Можно подумать, что тут веса какие-то такие, это самое, что-то тут человек. Не, ну тренировка там нужна все равно. Человек что-то тут это придумывает, да? А когда попробуешь, не, на самом деле тут за счет вот этого тренера вес еще больше. Конечно. Особенно вот тяга на штанга, на поясе. Я больше почувствовал на ключицах удар. Ага. У меня тоже вот эти вот трапециевидные, они потом через день начинают болеть. Так, штанга на плечах. Тут я начинаю 260 килограмм. Так, вот тут как раз я вот боялся за спину, а оказывается надо бояться за пах. Такое мощное внутрибрюшное давление, что могут грыжи вылезти. Хотел зрителям сказать, что Геннадий Петрович Малахов сделал на 5 раз этот вес. Я решил попробовать подойти и не оторвал. Не оторвал от пола, из-за чего очень расстроился. В поезде ехать и заливать горе пивом. Вот здесь 260 килограмм. Сейчас немножко взомнемся. Надо размяться. Размять вот просто, чтобы взять, у меня, ну, плечевые суставы. Да, болят. Я помню, вот видео где-то я его видел, ваше лицо после 40 дней голодания. Ну, это там совсем другой человек был. Ну да. Какой-то из фильмов ужасов. То есть вот когда некоторые говорят, что вам что-то там про голодание, про штангу, накачаться и так далее, закаливание. Дело в том, что я через все это прошел и уже знаю, как сесть в лотос, как отголодать 40 суток, как, грубо говоря, 200 толкнуть, 160 порвать, брюки, там, гирю жонглировать, там, в прорубь влезть и так далее. Особенно. А 40 дней это же было, это очень экстремально, мне кажется. Ну, организм, да. Я думаю, вам спасибо не сказал за это. Сказал. Сказал? Там как раз я это все заснял, там столько гадостей вышло, что если бы не это, я, возможно, там уже... Но потом вес вернулся довольно быстро. Вес вернулся, вот я сейчас вешу 105 килограмм, а он вернулся к весу примерно 90 килограмм.
Вот, я взмок, пропотел. Энергия добавилась. Разломается, привыкнет. То есть вот это упражнение, я как-то его боялся делать, думал, это на позвоночник. Оказывается, оно лечит позвоночник. Оно его растягивает, вот так после этого вас подбрасывает. Так, 260 килограммчик. Это же упражнение, наоборот, для на компрессию идет. Ну да, на компрессию, но после нее идет, как бы сказать, отдача. Угу. Сильнее. Следующий подход 300 килограмм. Хорошо. От голову бьет. Давление. Энергетика. Третий подход. Сделаем 340 или 350. Не знаю, для меня эти веса как-то непонятные совсем. Ну давайте 350 сделаем и закончим. Закончим тренировку, все. А сколько раз в неделю или как часто вы делаете вот именно такую тренировку? Это я делаю через 5 дней. А вообще-то надо, ну, реже. Но я как-то вот не могу, я жадный, мне хочется вперед, 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 больше, больше. А тут где-то я не успеваешь отдохнуть, не успеваешь, ну вот, если это там вот какая-то болячка была недавно, то она дает о себе знать. Ну, зато быстрее все эти болячки уходят. А в поликлинике вы давно были в местной? А, я уже забыл. Не ходите? Нет, туда не хожу и не пойду. Итак, 350 килограммов. Представьте, какая компрессия. Вот знаете, я раньше, допустим, Пол Андерсон там 500 килограмм приседал. Думаю, ой-ой-ой. А вот как это лежит на твоей холке? Это вообще ужасные веса. Вот 350 килограмм. Сейчас увидите, как у меня лицо вот это самое. Сморщится. И какая действительно компрессия на позвоночный столб. И потом его вот так вот раздвигает. То есть все кратковременно. Далась нагрузка, такая раз. И вот этот энергетический пробой позволяет тебе восстанавливать твой позвоночный столб. Посмотрите там у меня на видосах, сколько там у меня грыж. И что там написал доктор. Я там все выложил, озвучил. Итак. Немножечко сбоку. Почему? Потому что сейчас энергия пойдет. И можно, так сказать, даже потерять сознание, как говорят. Ну, некоторые. Просветление, осознание и притупление. Вот такой вот заловок. Все, харе, тренировка закончилась. Дай Бог через год посмотреть, что. Может, я буду поднимать не 350, как сейчас, а 600 или 700. Обычно с годами люди теряют силу, а вы планируете набирать. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это получится или не получится.